Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение второго Диабло Lord of Distractions. Я бегу? Вот теперь я бегу. Третий акт, ну, более-менее что-то у нас там как-то чего-то начало получаться. Здесь, грубо говоря, мы не совсем вздыхали, ну вот. Давайте, наверное, в первый акт в Чарсе. ТПшнемся. Привет. И улучшим этот шлем. А, то есть тебе нужно вообще белый, даже без гнезд. Да. Как-то не учил я это. Забыл я малое, что ей нужен вообще белый шлем, абсолютно белый, без гнезд. Это немножко меня подвело, потому что я ожидал, что мы сейчас шлем-то улучшим. Ладно, ничего страшного, в паучий лес мы тпшнулись. Вот. Это у нас паучье логово, нам туда не нужно. Нам нужно уже следующее задание делать, в принципе. В логове живодера. Дэнюшка. Прыжки у нас, конечно, пробивают, но урон от муни заметно ниже. Это намного приятнее. Особенно в третьем акте. Ну, урон, опять же, урон ядом и молнии нам нужно было снизить, наверное, в третьем акте. Что мы, в принципе, чем мы, в принципе, занялись. И я доволен, как мы его снизили. То есть резисты, которые мы сейчас забрали себе, они вполне нормальные. Этими резистами третий акт будет проходить как по минимуму. Проще, это проще. Ну, это не то, что проще, это будет проходить нормально, потому что то, что было до, еще одна руна, кстати, выпала. Вы так мне не пишете насчет этих рун, к сожалению, ну и ладно. Так вот, что я хотел сказать, уже немного забыл. Сейчас немножко карту промотаем, поймем, куда нам вообще идти надо. Ага, слева вверху я не был еще. Даже эти резисты, они в принципе, ну, сами видите, да, то есть огонь и холод 0, молния специально 43, ну и яд хотя бы 20. То есть, ну не все, но практически все, что я мог в плане резистов, я вложил в результат молнии. Поменяли вещи, пошли силы и так далее. Как окажется это правильным или неправильным, мы по ходу прохождения нашего увидим. Конечно же, неправильно, убивая другие виды, складывается чисто в один, естественно. Но с другой стороны, учитывая данный акт, учитывая боссов данного акта, особенно последнего, который очень сильно бьет молнией, как бы не поднимать резист к молнии, плюс и не только босс бьет хорошо молнией, но... Ой-ой-ой-ой. Хороший ударчик, да? Практически ваншот сейчас у нас, да? Подражание урона, что ли, у него? Это проклятие просто. Просто проклятие. Потому что я испугался. Я, конечно, понимаю, что я нубас, но получить ваншот от моба... И после этого говорить вообще о том, что мы собираемся к какому-нибудь боссу дойти, чисто, да, это было бы совсем смешно. Там, видимо, было проклятие отражения урона, что-то типа этого, потому что... Не мог меня так практически ваншотнуть. Боб не такой сильный. На всю нашу слабость, я так сказал. Что у нас за 75? Ай, фигня. Подняли мы кольчугу, которая дает всего лишь броню. Она обычная, там можно ставить 5 сокета. Но мы не можем улучшить вещь с сокетами и чарси, поэтому смысл этой брони с тобой таскать абсолютно никакого нет.
пошел огонек, пошел огонек, пошел. А вот и все, изи, изи минус. Да. А, не помню, кого воскрешать. Кажется, вот у этой особы воскрешать нашего наемника. Очень легко, очень быстро нас убили, то есть вообще без шанса, а? Из-за того, что резисты от огня ноль, как бы, да? Поэтому огнем нас, ну, уничтожили вообще на раз-два. Так и должно быть. Куча шаманов просто подошла, ну как подошла, я подошел к ним. Они очень просто нас убили. Ничего страшного. Сейчас мы будем действовать более аккуратно. Намного более аккуратно, я надеюсь. Забрать тут пешник, что-нибудь аккуратнее уже. Ой-ой-ой-ой. Подлаги небольшие идут. Жесть, просто жесть. Так, я эту тень пробиваю, где она? Где моя тень? Она должна нас спасти. Да, меня бьют просто какая-то мелочь. Я даже там, не знаю, какие-то шаманы огнем бьют. Меня бьет просто вот эта мелочь. Абсолютная мелочь. Наша тень, кстати, сражалась, пока мы тут филонили немного. Ну, совсем не филонили, мы расставляли банки. Естественно, делать тоже нужно. Пытаюсь убить сначала мелочь, может быть, с них выпали какие-нибудь банки лечебные. Потому что абсолютно нет желания тратить банки, которые устанавливают 100 хп сразу. То есть 100% хп. Естественно, эти банки хочется оставить на... Блин, а почему у меня аура-то не работает? Вот теперь работает. Что за бред-то был? Естественно, эти банки хочется оставить на босса, причем даже не на последнего. А просто на босса. Ну, справились более-менее там. С помощью тени, опять же, с помощью нашей наемницы, которую, как всегда, долбанули. Нужно будет восстановить... Амулетик. Посмотрим, может быть, что-нибудь и полезное будет. Вряд ли, конечно, будет что-то полезное, но... Будем надеяться, что будет. Давайте ТП. Привет. Даже не для того, чтобы там модифицировать наш амулет бесплатно, а для того, чтобы нашу наемницу возрядить. Привет. 3300 уже она стоит. Сопротивление молнии 16. Ну, давайте, почему бы нет. Чуть получше, чем наш. Фигню выкидываем. Чуть получше, чем наш, в плане сопротивления молнии у нас становится уже 52. 52 это то сопротивление, с которым действительно можно жить. И можно жить очень даже неплохо на нормале. В третьем акте даже, учитывая все то, что я говорил до этого. Добрый день. Продаем ключ, тоже продаем. Деньги за продажу оставляем в сундуке, и руну оставляем в сундуке, естественно, тоже. Так, мы находимся в Великой Топе, а вот куда дальше идти, честно говоря, не помню нифига.
Из-за этого я не особо люблю третий акт, потому что... еще выше есть проход, отлично. Потому что я вечно в нем блуждаю, грозу и так далее, понимаете? И на самом деле он не такой плохой. А вообще даже очень хороший. Оба, шлемик. Вот это уже интересно. Нам выпал... обидно. Ну, хотя, опять же, можно спринник огню поставить, да, но это шлем не на нас. Шлем совсем не на нас. В принципе, Наталевский сет и не должен падать на нормы в третьем акте, но хотелось бы хоть что-нибудь, что... будет больше подходить к нам. С меня молнии еще 9. Я думаю, что кольцо можно поменять спокойно, и тогда спинник молнии у нас вырастает до 61 вообще. В принципе, можно шлем поменять будет, если что, прям, если с огнем будет совсем печаль. И прибавить себе 25 резиста от огня. Что, безусловно, будет нам помогать, например, в борьбе вот с такими гадами. Слишком много промахов, к сожалению. Вот, нам нужно качать еще силу. Легкий ремень какой-то с дырками. Ерунда. Не буду даже смотреть его. Не знаю, можно... В принципе, этот шлем просто можно даже сейчас выкинуть. То есть... я его продам, наверное. Потому что в сундуке тупо нет места под него. Можно было бы, конечно, оставить, потому что он, грубо говоря, сетовский, но смысла в этом шлеме нет. Ну, можно одеть. Побавим немножко сопротивления к огню себе и броню. Ну, это заметно, на самом деле. То есть, вот это немножко, на самом деле, достаточно заметно. Нашли портал. Отлично. Да и тем более 25 для нормала. Это далеко не немножко. Но в сумме становится там под 40. И это уже вполне нормальная для нормала, как бы, резист. Понятное дело, что для нормала нужно, ну, 80. Чтобы, когда ты приходишь на следующую сложность, у тебя... резисты понижаются, все-таки оставались приемлемые. Ну, в данный момент, под нашу задачу, вполне нормальный, приемлемый резист. Еще одна руна выпала. Ну, члены персонажа более, наверное, как-то... красиво смотрится, что ли, который мы сейчас одели с этовским. Ну а так, такая же ерунда, что у нас была. В принципе, сейчас нет у нас нормальных вещей. Более-менее нормальные, конечно, есть, ну... вот эти, например, сапоги, но опять же... 7-й уровень, там, не знаю, какой именно. То есть мы настолько давно должны были все это поменять. Из-за того, что нифига не падает нового хорошего, я продолжаю ходить в этом, не то чтобы совсем г, но в таких вещах, которые не очень хороши. Давайте поднимем до 60 силу. И тут прокачаем, наверное... не будем прокачивать навык.
Следующий 24 уровень, у нас там будет пару навыков доступно, мы, наверное, их сразу и прокачаем. Именно те новые навыки, которые у нас будут доступны. Сейчас большого смысла их прокачивать нет, вернее, этот навык один прокачивать. Теперь мы, хотел сказать, не получаем урон такой, чтобы нас могла убить одна эта гадина. Шаман с этим огнем. Но на самом деле не получаем, действительно. Мы стояли, вполне танковали эту волну огня и не сдохли. Если бы там пузатая мелочь не била нас, то вообще было бы отлично. Какая-то секира, не знаю, богиня только из-за того, что она желтая. Ее можно более-менее нормально продать будет, вот. Ну а так, в принципе. Место занимает, конечно, много. Посмотрим, вот. Будет что-нибудь более важное, нам взять, возьмем, естественно. Алтарь атаки, надо брать. Это постоянная локация, когда мостиками, когда ты переходишь на одну сторону, на другую. А с другой стороны, не заблудишься. Выбираем великий талисман. Устанавливаем себе хп-шечку и посмотрим, что же этот талисманчик дает. 1,6 урон молнии добавляет. Смешно, да? Мне тоже. Ну, пускай пока будет. Если бы 1,6 урон молнии добавлял талисмана маленький, то есть монетка, да? Тогда это было бы как-нибудь нормально. Когда такая огромная хрень, которая занимает кучу места в сундуке, добавляет всего лишь 1,6 к урону молнии, ну, добавляет, да? Конечно, ерунда. Слишком он здоровый, слишком много места занимает. Не знаю, я, наверное, скорее всего, продам. Вообще, в принципе, все наши талисманы, кроме там защиты от яда, или самых маленьких, можно продавать. Потому что там ничего дельного нет. Вот это гады, которые начинают бить молнии, нейтрализуют, только когда рядом стоят, только с какого-то промежутка времени, когда ты их не бьешь, к ним подходишь. Они как бы сосредотачиваются и спускают молнию. Вот эти гады, если у нас не было бы резиста от молнии такого, который сейчас, вполне могли бы даже двое-трое нас этой молнии задолбать. А так у нас более-менее все неплохо. Выпал высококачественный костяной клинок с сокетом, ну, сами видите, да, то есть урон 5-9 это вообще ни о чем. Урон 5-9 это просто ни о чем. Абсолютно. Ну что, мы открыли еще один портал. Давайте спустимся теперь вниз. Чуть ниже посмотрим. Откроем, вернее, ту территорию, которая есть там. Хотя, блин, я не помню уже, как располагаются эти закутки небольшие. То есть есть дальше проход, который именно нам нужен, наоборот, или нет. Это будет просто тупик. Сейчас посмотрим это. Сейчас мы это увидим. Болотистую яму. Это не то. Это просто закуток с болотистой ямой. Поэтому, наверное, в сегодняшней серии как раз болотистую яму исходим. Тут будет сундук. Тут будет, естественно, босс, который будет сундук это хранять. Я надеюсь, в этом сундуке будет хоть какую-нибудь нормальную, более-менее нормальную для нас сейчас желтую вещь, которую мы могли бы использовать. Thank you.
такой кусок камня. Еще один осколок. Те же летучие мыши, которые бьют молнию. И те же зомби в этом ущелье. Ой, ущелье, в яме в этой болоте стоят. Вообще никогда не пользовался зельями оттаивания, противоядием и так далее. Так, кстати, второй уровень болотистой ямы. Но сначала нужно дочистить все, что тут есть. Потому что, может быть, найти что-нибудь все-таки хорошее. То есть мне настолько всего нужно, то есть мне нужно менять вообще всю свою одежду, которую я тут нахожусь. Причем на одежду не какую-то прям супер-пупер какую, а просто любую, хотя бы желтую. С нормальными, более-менее нормальными статами. Паушка сработала. Надеюсь, вы их слышали. Ай! Да. Кнопку перепутал и не заюзал, к сожалению. Зелье. В последний момент подумал заюзать зелье, которое устанавливает фул хп и манну на 100. Но вместо четверки нажал пятерочку. Ну и ладно, на самом деле, бывает. Ничего страшного там нет. Опять же. Добрый. Сейчас мы это все продадим. Давайте сделаем так. Призовем тень. Продадим. Как-то так. Продаем просто все, что только можем. Ну, куча рун. Наверное, их уже пора вставлять. То есть не надо их беречь там как-то. Опять же, нету... Тупо нет вещей, куда бы их ставить. Хотелось бы. Может быть, вставлять-то их уже и пора, но нет вещей, которые хотелось бы, эти самые руны вставлять. Помещаем сюда, помещаем сюда. Сейчас быстренько делаем менеджмент наших бутылок. Идем дальше. Уже синие враги. Рарные. Которые замораживают нас. И наносят очень неприятный урон холодом. Из-за того, что у нас, естественно, совершенно нету. Ну, такой маленький амулет, который дает один к силе, можно оставить. Потому что он реально маленький, занимает очень мало места. Ну и то, честно говоря, одна сила — это ерунда. Поэтому будет сильно мешать, мы ее, естественно, продадим. Ну или выкинем по ситуации. Набрал там кучу всякого хлама, позже. Вилы, топор, все это ненужное абсолютно нам. К сожалению, тут нельзя, кажется, настроить, что чтобы брать предметы только через shift, зажатый shift, например, или через зажатый alt, потому что... Хотя такая настройка вполне возможна, просто я не помню, что она есть. В следующей серии покопаюсь, посмотрю перед следующей серией. Возможно, она тут есть, когда мы не будем подбирать все эти мусор, хлам, который нам не нужен. Рожденная маска духа. К сожалению, это не то, что нам нужно. Вообще, желтые вещи так часто падают, ну, это понятно. Ну, желтые вещи, которые на нас, вообще, наверное, с первого акта не выпадают, реально. Хотя, вру. Когти одни выпали, да? Когти одни выпили, не когти, а вот, ну да, звериные когти, то есть катар-ножницы. Не совсем когти в моем представлении.
тень там каким-то чудом еще живет. Не очень представляю, каким. Даже умудряется кого-то убивать. Это хорошо. Управляем мы там молнию убьем 1.6, или я, кажется, продал какой-то талисман малый. Я оставил, который, ну, более-менее малый, да? Я оставил, а который талисман был здоровый, добавлял 1.6 к молнии, естественно, я его продал. Болотистая яма, уровень 3. Ладно, давайте зайдем на третий уровень болотистой ямы. Слишком глубокая болотистая яма. Ну, вернее, не слишком, очень глубокая болотистая яма у нас. Поставил под огнем, да, не сдох. Ну, оно было неприятно очень. Срана была очень-очень сильно неприятна. Быстрые мы для моих помощников. И они успевают иногда за мной. А, эфирный ремень. Я думал, ремень с сокетами. Потом подумал, на какой нафиг ремень с сокетами. Хотя, блин, в этой версии я не помню, добавили они там ремень с сокетами потом или нет. Потому что вначале-то ремни с сокетами не было, это точно. Это прям абсолютно точно. В середину нам, скорее всего, идти, там будет сундучок. И в этой самой середине. Да ладно, я где-то в другом месте просто не заметил. Кольцо. Да кольцо возьми. Не хочет брать кольцо. Зажралась совсем. Кольцо брать не хочет. Пока что живем. Не хочется тратить, опять же, это хорошее зелье, естественно. Наверное, придется его потратить. Да ладно, нет сундука. У нас есть еще один проход. Ну, не то чтобы проход, так, немножко недооткрыли мы вот тут карту. Тоже никого нет. И сундука нет. Странно, обычно, когда и катакомбы, ямы и так далее, в любом случае охраняют босса, там есть сундук. Он просто рарный, хороший босс. На третьем уровне этой ямы не было ничего подобного. К сожалению, опять же. Ну ладно, бывает. Не было так, не было. Дальше будем проходить уже в следующей серии. Пока что... Огромное всем спасибо, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока-пока.